Следствием и судом установлено, что житель Республики Калмыкия в целях хищения топлива создал организованную группу. Согласно заранее разработанному плану и распределенным ролям, члены группы должны были найти земельный участок для организации врезки в нефтепродуктопровод и необходимое для этого оборудование – бензовоза, оборудование для конспирации преступной деятельности. В период с мая по июнь 2020 года организованная группа на территории Гороховецкого района совершила хищение дизельного топлива в общем объеме около 380 тонн, причинив АО «Транснефть Верхняя Волга» ущерб на сумму около 14 миллионов рублей. В качестве прикрытия преступной деятельности реализовали похищенное имущество через розничные сети. В ходе расследования уголовного дела, в ходе обысков у членов группы изъято около 700 тысяч рублей. Возвращено похищенного имущества на сумму около 3 миллионов рублей. Одним из обвиняемых добровольно погашен причиненный ущерб на сумму около 900 тысяч рублей. Более того, по ходатайству следователя СК России в целях последующего возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 4,7 миллионов рублей. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, руководитель преступной группы приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Четверем участникам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 10 месяцев до 4 лет 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.